Снеговик, он же «Снежная баба», простая снежная скульптура. Лепка снеговика, зимняя забава, зародившаяся в древние времена. Снеговики известны в течение очень долгого времени, хотя первые свидетельства о них относятся к XIV-XV векам. По мнению историков, снеговики появились в доисторические времена, поскольку с самого момента зарождения изобразительного искусства для него использовался любой доступный материал, а снег был доступен и легко обрабатывался. Наиболее древнее изображение снеговика относится к концу XIV века, в книге часов, манускриптка 36, около 1380 года, С. 78-Б, на полях изображен снеговик, поджариваемый на огне. Экстайн считает, что странная шляпа на голове снеговика должна символизировать еврея, и относят изображение к проявлениям антисемитизма. В средневековье снеговики были весьма популярны, обычно представляя собой реалистичные скульптуры из снега. Экстайн отмечает отсутствие ранних письменных свидетельств, связывая это как с наступлением малого ледникового периода в XIV веке, так и с отсутствием газет до изобретения книгопечатания в XV веке. Самая ранняя запись о снеговике относится к 1408 году, когда флорентийский виноторговец Бартоломео дель Карацца, итал. Бартоломео дель Черза, написал в своем дневнике о незабываемой снежной скульптуре высотой в две бракии, около 120 сантиметров.